Комитет гомелеоблимущества 7 августа проведет очередной аукцион. В деревне Лучицы Петриковского района продается комплекс зданий. Он состоит из нескольких жилых корпусов, помещений столовой, бани, складов. Общая площадь более 1000 квадратных метров. Начальная цена почти 90 тысяч рублей. В Речице на переулке Заводском можно купить одноэтажное административно-хозяйственное здание. Площадь более 180 квадратных метров. Начальная цена 17,5 тысяч рублей. Кроме этого, к продаже предложены жилые дома. Дата аукционов еще не назначена. Это 3 жилых дома в Калинковичском районе, 2 в деревне Михайловская и 1 в агрогородке Юрковичи. Документы на аукцион, который пройдет 7 августа, принимаются в комитете гомелеоблимущества по адресу Гомель, проспект Ленина 3, кабинет 412. Подробности можно найти на сайте комитета Гомель облимущества или получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.